Друзья мои, всем привет, с вами Вит, вы на канале Витмас. Всем добро пожаловать, друзья, в нашу компанию за высших эльфов, в частности, за Орден Знаний, за Теклиса. Итак, друзья, ну что ж, в прошлой серии мы завершили второй ритуал, ритуал морехода, в частности, да, но, как видите, мы отстаем. В частности, наша фракция отстает, и, наверное... А в этой серии нужно, друзья, знаете, что делать? Нужно предпринимать какие-то попытки, какие-то меры, в частности, для того, чтобы врагов наших Хексаатель, вот это вот Хексаатель, например, да? Вот здесь можно, например, монолиты мертвой головы высаживаться, чтобы Хексаатель тормознуть. Клан Морс тоже где-то здесь, насколько я знаю, по-моему, где-то в этих землях они. И Нагаронт. Наверное, нам придется, друзья, собирать экспедицию. Да, мы находимся тут. Нам придется собирать экспедицию и отправлять Теклиса куда-нибудь в эти земли. Ха. И... Ну, по крайней мере, я так думаю, друзья, я не знаю, как здесь что, да, играют сейчас, многие играют в первый раз, так же, как и я, вот, соответственно, что там дальше, как, я не знаю, мне кажется, по логике вещей, чтобы выиграть в борьбе за вихрь, надо наши фракции соперников, соответственно, находить и тормозить их, друзья, так. Соответственно, у нас еще здесь призыв Иши. За это мы получим 30 влияния. Но это можно использовать... А, осколки пути 10 мы за это получим. И меч Теклиса. Здесь уже осколки пути 30, да? И, соответственно, ну я к нему-то, в принципе, можно сказать, готов. У меня там армия собирается здесь. Тут вот у них боевая гидра. Я, соответственно, лунного дракона на это беру. Сейчас нужно в ближайшее время разобраться вот с этими сволочами. В ближайшее время сейчас, что надо сделать, это разобраться с волочами, с хаоситами. С этими вот ублюдками. Поэтому, друзья, давайте. К слону Опек. Дензра! Зубык корчу сосикай. Дружественные, да? У меня вроде бы с ними отношения. Вроде дружественные. Ну-ка попробуем торговлю намутить. Ох ты, отлично. Просто замечательно. Но отношения ухудшаются. Пираты Сартозы. Тоже отношения ухудшаются. А, они с нашими союзниками воюют, да? Дружественные. Так, не будем портить нам дипломатический статус, друзья. Так, но еще нельзя забывать, что у меня еще война с кланом Пестиленс. С этими крысолюдами погаными. Ладно, посмотрим, что у нас получится в этой серии, как... Давайте, доступно исследование. Хорошо. Исследование — это замечательно. Обет верности. Содержание минус 5 для серебряных шлемов колесниц Тиранока. Стоимость на минус 10. Терзающие когти. Сила оружия для великих орлов. Седло застрельщиков. Усиленный натиск плюс 10 для эллирийских разбойников. Дальность плюс 10 для эллирийских разбойников, соответственно. Так, обмен знаниями, да, тоже хорошая вещь. Требуется развитие дел третьего ранга. Слушайте, а давайте мы обмен знаниями изучим. У нас тоже здесь такая ветка достаточно интересная. Допустим, скорость исполнения потерь плюс 5 все фракции. Запасы прамора, стоимость строительства, да. Доход плюс 10 от развлекательных. Доход от поселений плюс 10. Общественный порядок плюс 2 все провинции. Вот это тоже развитие экономики. Достаточно важная вещь. Я и так в военную ветку вложился. Будь здоров. Так, давайте сразу ускоренную перемотку. Хексаатель провели обряд первобытной славы.
Текрис, режим засада. Почему? Обнаружена засада. Лорд Скролк. Действия вражеских героев. Нападение на гарнизон. Успех. Да, это опять там эти крысы. Так. Блин. Какой-то шанс еще якобы у них тут есть. Ну, я даже не знаю, друзья. Как-то... Они сразу у них, вон, лычки. Серебряные. Открыто достижение купец. Слушайте, ну давайте попробуем на авторасчете. Я уж не думаю, что тут мы сольемся. У нас такой перевес все-таки. Так, получен добыча 300. Пятый ранг у Элрора. Ну, кстати, потерял белых львов Крейса один отряд. Вот это вот очень жаль. Так, давайте мы их, наверное, завалим во славу. Так, милость Феникса. Придворные выстроились в тронном зале, ожидая высочайшего внимания. Такие приемы скучны, но необходимы. Вечная королева ими не интересуется, поэтому выйти придется королю Фениксу. Маги Калидора, всадники Элириона, доблестные защитники Кафика и все пали ниц перед монархом. Кого из них вы посоветуете отметить королевской милостью? Так, выбрать Калидора. Сила ветров магии плюс 12 войска, усиление натиска плюс 20... Вот это плохо, не выбирать ничего нам вот не нужно. Влияние, выбрать кофик, защита ближнего плюс 5 для пехоты ближнего боя. Сила ветров магии плюс 12, да? Давайте выбираем. Калидор. Хексатли проявляет обряд первобытной славы. Сорона засада Текрисом. Нападение на гарнизон. Успех. Лорд Скролк, обнаружена засада. Противник погиб в битве Горалус. Технология обмен знаниями исследована. Так, цель главы получена. Ритуал ученого. Завершить следующий ритуал. Ритуал ученого. Следующий ритуал призовет древнего короля Феникса Белкарадриса, короля ученого. Какие тайны поведает он, указывая путь к третьему осколку звездного венца. Ритуал завершен. Общественный порядок плюс 4, да, мы получим. Как-то завершим этот чудесный ритуал. Так, чтобы вот это изучить, требуется постройка большая лесопилка. Скотный двор. Угу. Стоимость на минус 10 для драконов и высших эльфов. Пробуждение древних. Торговля с востоком. Доход торговли плюс 10. Ну, давайте. Нет, давайте сейчас, наверное, сначала доход от торговли, а потом пробуждение древних. Так, слушайте, друзья, знаете, что я хотел? Этот поганый клан Пестиленс. Он воюет вообще со всеми, с кем только можно. Я хотел с кем-нибудь ему отношения испортить. Но он, друзья, воюет и так просто вообще со всеми, с кем только можно. Так, у него кто союзники? Берег вампиров? Он со всеми соседями воюет. Поэтому здесь наша способность по под названием придворной интриги в этом случае нам не нужна. Так, ну давайте вот этих сволочей разобьем сейчас. Теклисом, соответственно. Тоже на авторасчете, друзья. Ну так, хорошо. Так, 2800. Вот доспех тени, это замечательно. Ранг 29 у Теклиса стал. Скорость исполнения потерь минус 5. Ну тут что с ними сделать? Kill them. Kill them. Так, давайте убьем их во славу опыта. Доспехи тени. Доспех плюс 3, скорость плюс 7, свойство передовое развертывание. Уркаталь погиб нахрен.
Так, Цирцея. Цирцея. Заземление. Базовый шанс магической ошибки минус 15. Берем это. И Теклис, да, у нас соответственно. Так, отличный стратег. Атака плюс 8 белых львов Крейса, мастеров меча Хаэт, стражей Феникса. Берем, соответственно. Копейщики, белые львы Крейса, да. Серебряные шлемы. Лучники. Так. Что делаем? Куда они? На Черепаший остров, по-моему, двигаются, да? Ну-ка, давай. Давай, Теклис, перекроем все это. Здесь у нас общественный порядок плюс 17, друзья. Просто вот плюс 17. Так. Элрар Принц. Элрар Принц. Ну тут ему стандартно надо вкачаться. Пока в военную мощь. Так, кого мы здесь можем нанять? В принципе, в остальном... Тут мастера меча Хаэта, да? Хорошие ребятки. Два хода нанимаются. Долго, конечно. Прямо их надо... Каждую армию, наверное, побольше. Нанять. Так, надо два ставить ему. Двоих. И... Теклису дать, соответственно. Теклису. А, в принципе, он успеет нанять. Все, мы ему ставим один отряд. У нас потом уже здесь вот. Сейчас как поселение дойдет. Через 22 хода до избытка. Да. Так, ладно, сдаем ход. Обнаружены скавины снова. Обнаружены не одолели, честно сказать. Так, Рескер хотел, что там нападение на гарнизон совершить, да неудачно. Крепкая дружба у меня прям. С ними военный союз. И 130 золотых они нам предлагают. За это. Пожалуй, я откажусь. Пока не доберусь до тех земель. Я откажусь. Да, рабы Хапаши остров идут, это уже понятно. Так, Аэлиан, ненависть к скавинам. Успешные действия героя против скавинов. Свойство страшный вид в битве против скавинов. Аэлиан, красавец. Да начнутся игры, кровавый чертог. Отлично, идея отличного населения с жестокими играми полностью оправдал себя. Собравшись вокруг арены бойцовских ям, народ на время позабыл о своих горестях. Довольное население, общественный порядок плюс 4. Слушайте, вокруг нас все скавины осадили, друзья. Просто все. Так, ну-ка давай диверсию. Нападение на войска, успех, красавчик. И потом надо вот этого скота завалить. А или он, дружище, давай, делай свое дело. Красиво. Берем исполнение потерь. Так. Ага, не успей, да, зайти. Приходится ускоренный марш использовать. Ладно, пусть так.
Сейчас мы разобьем эту армию. Скриптованную с этим своим, блин, нападением. Так, нераспределенные очки. У кого? А, или на аристократ у него 2 очка было, что ли? Ни хрена себе. Красавец. Бессмертие. Там, где герой, герой был убит, это будет только... Ага, там, где герой был убит, этот будет только ранен. Бессмертие, красавец. Давай. Так, сдаем ход. Фиксатель к слону. Пек в конфедерацию. Война и клан Морс объявлено. Последние защитники и клан Морс. Так, стражи к сети. Хера себе там нас осадили. Блин, суки. Ну, рабы хаоса вот там. Так, морской двор. А, ну это уже было у нас. Опять кофик, прибыли ко двору, не обращать внимания. Дипломатические отношения плюс 5 с фракцией кофик. Так, отчитать их наедине. Дипломатические отношения плюс минус 5. Заплатить кофикцам. Влияние плюс 28, казна 1500. Отчитать их публично. Влияние 20. Так, торговля с Востоком, технология исследована. Хорошо. Теперь пробуждение древних. Блин. Вот ублюдки, а. Нападение на войска. Пестиликч. Неудача. Очень жаль. Так, ну что ж. Развертывание войск. Ну тут авторасчет. Соответственно, друзья. Еще 3000 мы получили. И давайте мы сейчас пополним наши войска. У нас уже ранг 29, рабы хаоса уничтожены, драконий рог. Урон от выстрелов 25, урон оружием 25. Так, Теклис, ну-ка. Эй-эй! Вот, блин. Да, пока сам его не направишь, он хер... Поймешь, куда пойдет. Ох ты, нихера себе они подготовились, ублюдки. Как хитро он поступил, а? Он сначала мой гарнизон, соответственно, отравил там, да, скотина? И смотрите, с какими силами он пришел, друзья. Охереть. Да. Я так чувствую, я скоро потеряю это поселение. К сожалению. Так, давай, плыви сюда. Ты у нас еще до конца не готов. Блин, я тебя умоляю. Ну что здесь за перемещение такое? Вот так он будет плыть долго, да? Тут общественный порядок ноль. Гарнизон слабенький. Ладно, сдаем ход. Посмотрим, сейчас получится у нас там. Да, наверное, крысы сейчас пойдут на уже прям. Ясно, понятно. Отвели они один стяг. 10 вражеских героев, заказное убийство, неудача, новая особенность, удачливость, Аилиан.
Гунгрим Красный Топор покидает режим налет. Так, минус 8 у нас, минус 108 казна стало. Восстание неизбежно, провинции запретные джунгли, но это там, где мы находимся. Запретанные джунгли. Варп, молниевая пушка, эктопульта, чумной коготь. Да, крыса огры тоже у него до кучи. Да уж. Даже не знаю как. Ну мы не дотягиваемся, нам сейчас. Ладно, хоть высадился он. Это хорошо. Блин, ублюдок, а? Обхитрил нас, тварь. Просто обхитрил в наглую. Уалатоль у него в осаде. Чикиболь — это его поселение. Пещера Великого Нетопыря. Хрен поймешь, кому принадлежит. Так, а герой не перемещался. Ну-ка давай нападение на войска. Опять неудача. Блин, козел. Сейчас очень важно надо было это сделать. Зашибись, стражи. Сети у нас возродились. Нагоронт ритуал дряхлеющего наставника завершен. Отвалили они, а? В налет встал. Видимо, пища ему нужна, да, ублюдку? Сейчас придется напасть на них Теклисом, друзья. Так, восстание. Нагорон завершил ритуал. Хера себе, они как вырвались. Да. Неплохо так. Содержание минус 5 дракона и прочее, да, изучили. Так, давайте берем. Обет верности, содержание серебра, шлемов и так далее. Да, мне надо сюда как-то, что ли, тоже добираться получается. Блин, даже не знаю. Как же мне их нагнуть? Ну, наверное, только плыть к ним, больше никаких вариантов. Так, Церцея, очки навыков у нее есть. Изгнание. Теклис, ну чё, мы тут сможем напасть-то? Отвалили от скоты, а? Трусливые твари. Просто натуральнейшие твари трусливые. Так, давай, высаживайся сюда. Соответственно, лучники, серебра, шлемы. Со щитами. Так, так, так. Можно и дракона ему взять. Морская стража Латерна. По-моему, копейщиков тут достаточно. Тут лучники нужны, это факт. Потом... Два отряда кавалерии. И 18 здесь будет. Это будет нормально, друзья, на мой взгляд. Так, а мы, соответственно, пока вперлись тут, да? Ладно.
Герой не перемещался. Мы герой скоро нашего присоединим вот сюда, к этой армии. Ух ты, что у нас здесь появился-то? Таинственный остров. Осмотреть. И вот еще у нас риф смерти всплыл. Хорошо, сдаем ход. Что-то крысы побеждают там всех и гномов, и... Ну, хотя сейчас он их вроде бы и в осаду взяли. Скейвен will be tamed. Так. Давай, разберемся с этими тварями. С восстанием очередным. Денег получили, хорошо. Повышен ранг до 30-го. Так. Погибель врагов. Преимущество против крупных целей плюс 8. Бард, общественный порядок плюс 4 от провинции. Хорошо, Текрис. Хорошо. Перемещаемся сюда. I foresaw this victory. Так. Скорость исследования плюс 5 от фракции эльфийский мудрец, да, можно взять. Сплочение. Плюс 16 дисциплина. Повелитель небес. Сила оружия плюс 6 для феникса, драконов и так далее. Хорошо. Так, здесь у нас найм прошел. Новая ачивка у меня идеал. Так, ну давайте тогда, что мы делаем сейчас? Ну-ка, исследуй, что здесь? Что, ничего? Ага. Давай, присоединяйся к армии. Ох, содержание стало 1000. Так, потом мы исследуем эти руины. Потом надо нам пройти в забытые острова. Тут вроде гарнизон не особо крупный. Надо уничтожить это поселение. Пыльные врата. Вот здесь, кстати, тоже Калакас и Ксланссек. Да, друзья, наверное, даже вот сюда нам надо плыть. Потому что... маленькие поселения, и они получаются ближе к тому, что я хочу, да, это вот Хексаатль и прочие твари. Приемлемый климат. Вот здесь какие-то руины, наверное. Клан Морс там где-то, да. Хексаатль, начали подготовку ритуала, клан Морс. Ну да, друзья, мне надо плыть Хексаатлю, конечно, жизнь осложнять, это уже факт. Это уже факт. И, соответственно, сюда тоже надо, в эту сторону, в область Нагаронда, как-то перемещаться. Тут у нас договор о ненападении есть. Есть. Можно право прохода другу предложить попробовать. Отвергают. Зато отношения очень дружественные у нас. Потом, кто у меня здесь? Ица, да, в соседях. Договор о ненападении, ну-ка попробуем. Пока отвергают. Так. Это у нас, кстати, то... Это кто такие? Это тоже Хексаатль, да, получается? Да, лорд Маздамунди.
Ну вот у них много земель. Тут, в принципе, даже можно... Ой, как ты противно разговариваешь, тварь, а. Да, можно вот тут все колонизировать, потом вот так проходить на них. Да, в общем, друзья, дел непаханное поле на самом деле. Просто вот прям чистейшее непаханное поле. Так, все. Сдаем ход. Черепашьи острова, избыток населения. Принесена жертву Матлану Кларк Аронт. Так, Кларк Аронт принесена жертва Матлану. Так, тут у нас режима нету. Ну-ка давай, что здесь? Останки. Вы нашли странный лагерь. В его центре горит очаг, на котором кипит котел с похлебкой, но вокруг нет ни одного живого существа, только многочисленные статуи, позы которых выдают неудавшееся бегство. И тут в подлеске послышалось тихое шипение. Если вы хотите поживиться трофеем, придется поторопиться. Так, те, кто спасся. Быстроногий Меркей исполняет, восполнит потери в ваших армиях и увеличит дальность их перемещения. Крепкий рок. Этот напиток улучшит дисциплину, скорость перемещения, восстановление здоровья всех бойцов вашей армии. Да уж. Так. Ну давайте крепкий рок возьмем. Проклятие каннибализма. Постоянная способность регенерация. Меч антигероев. Атака ближний бой плюс 5. Доступ к магическим атакам. Способность меч антигероев. Урон сквозь доспехи. Плюс 20, урон оружием плюс 20. Защита Алфуана, да? Я хочу тебя все-таки с Текрисом уже объединить, поменять, потому что мне Текрис надо на битву увести. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь у Текриса. Доспехи. Оружие. Звездная пика. Нормальное оружие, в принципе. Так, талисман защиты. Зелье безрассудства. Так, Элрар, давай-ка. Доспехов нет. Бери себе меч антигероев. Талисманов нет. Способность драконий рог. Так, хорошо. Бард дегустатор. И здесь вот. Постоянная способность знаем пугало, указанный отряд. Остальное все у Теклиса, что ли? Ну, бери знаем пугало, значит. Теклис. Так, Теклис, давай. У нас с тобой намечается битва. Меч Теклиса. У нас, соответственно, боевая гидра, да? Еще какое-то подкрепление ожидается. Ну, берем, значит, сейчас лучших. Так, лучших это... Оставим 4 отряда копейщиков, друзья. Уберем... Уберем... Вот этих 3 отряда. Здесь возьмем мастеров Хаэт, 3 отряда. Да, может быть даже... Надо еще вот так сделать. Вот так их раскидать. Вот так вот.
Ну и понадеяться, что нам этих сил хватит. По крайней мере, как бы должно хватить. Мейдж. Для этой замечательнейшей битвы. Так, тут тоже практически полный стяг, да, он попроще, но тем не менее он вполне себе способный. Ну что ж, наверное, друзья, думаю, стоит попробовать отправиться на задание меч Теклиса. Вы хотите? Да, я очень хочу. Итак. Ничего сверхъестественного. Единственный напряг — это, соответственно, боевая гидра, которую мы сейчас будем нашим когтем расстреливать. На вас напали темные эльфы, регион Наковальня Ваула. Давайте, понеслась. Хотя Малекита гораздо больше волнует дела в наковальне Ваула, он послал своих лучших воинов разобраться с Теклисом, но он не знает ни где сейчас Тирион, не придет ли он на помощь, чародея. Он не боится, ведь он Теклис, хранитель знаний. Ага, мы не знаем, что здесь будет, да, мы просто начинаем. Ух ты. Я вижу армию короля-чародея, но не самого Малекита. Говорят, он боится меня из-за пророчества о том, что его погубит муж, владеющий магией. Может быть, он прячется на Черном Ковчеге? Не щадите наших падших родичей, ибо они никогда не щадили нас. За Элилиат, за трон Феникса, за Ултуан. Так, ну все, друзья, понеслась. Давай сюда скорей. Скорей, 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 скорей. Так, а где эта гидра боевая сраная? Так, мы успеем пароход перекрыть? Вроде бы должны, да? Блин, скорее, 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 они быстро бегут очень. Пережить вторжение темных эльфов. Где? Вот здесь. Сейчас будем переживать. Скорей, мужики, скорей, скорей! Так, подкрепление высшие эльфы, подкрепление высшие эльфы. Ну чё это мы типа стоим и ждём, переживаем вторжение что ли? Или что это вообще, как выглядит? Или это мы должны сейчас идти на них вторгаться? Ладно, пока посмотрим, что у нас здесь будет. Так, ну-ка не стреляй. Сломлены, сломлены. Но черепушек пока нету, да? Это говорит о том, что они сломлены, но не до конца. Давай, Теклис. Так, мужики, хорош стрелять. Все, 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 хорош. Хорош стрелять. Мы здесь пока вроде держимся. Тут у нас вихрь, да, этот самый. Нормальное тут у нас графоний, все ништяк. Битва идет просто замечательная. Так, пошла гидра. Пошла гидра, друзья. Ну-ка, давайте на ней огонь сосредоточим. Потому что что-то это гидра.
Ох, она как огнем в нас стреляет, сволочь! Ни хрена себе! Вот это она прожигает, вы только посмотрите! Ну-ка. Все, мы ее завалили. Все, Гидра, Гидра, до свидания. Так, держимся дальше. Все, включаем картечь и пошла, пошла нас. Обстрел. Да, нам не надо забывать, что тени тяжелые мечники. Нельзя забывать, что у темных эльфов есть такая херня, как боевой раш, да, когда определенное количество потерь. Друзья, ну тут все очень красиво. Просто вот, блин, смотреть. В последней атаке принял участие сам король-чародей. Займите оборону и остановите его. Ха-ха-ха. Где ты, скотина? Где же ты? Так, у нас тут кто-то он потерял контроль над собой. Я так понимаю. А вот Силатон. Ну-ка. Ну-ка, мужики, стреляйте. Ага, пошли они, да, в свой. Вот так, как я использовал вихрь, но пошел не туда, к сожалению. Куда мог был бы. А вот Малекит летит, друзья. Ну-ка, стреляй в него. Ну-ка, стреляй. Так, да, у нас тут первые ряды ломаются. Понятно. Давайте будем напускать на них проклятие. У нас прибыло подкрепление. Это радует. Это радует. Кто тут к нам еще налетел? Мы, кстати, на него можем дракона направить. Наши воины бегут, презренные трусы, но это... естественно. Стреляй сюда. Скотина нас морозит он. Все, давайте мы на Малекита дракона направляем. Вы смотрите, тут что творится, а? Ох, как наши союзники налетели, красавцы. Блин, друзья, такие битвы в этой части, конечно, просто что-то с чем-то. Все, у нас пошла битва драконов. Да, Малекит тут влетел на нас. А мы сейчас в него стрельнем драконом. Ну-ка, давай мочи его. Да нет, ну битва за нами, да? Ах ты, скотина, а? Пуляй до последнего. Ну-ка, давай, у нас битва драконов здесь. Фига себе, он там сидит как... гарпии налетели, да? Они помогают. Так, ну мы Малекита нагнали, друзья. Да, у нас есть победа. Все, он улетел. Он улетел. Блин, орлиный коготь у нас свалил, жалко. Ну что ж,
Незначительная победа, я соглашусь. Ладно, хоть никого не потеряли, и то хорошо. Куладин. Всех больше тут на... ...сить прям, блин. As I expected. Ну вот так вот. Ранг 31. Death has come for them. Так. Возьмем пополнение отрядов, друзья. И есть у нас меч Теклиса, осколки плюс 30, да, опыт 1500 для Теклиса. Король Чародей напал на ковальню Ваула, стремясь торгнуться туда и нанести непоправимый ущерб творениям бога-кузнеца. С помощью чародейского искусства армии Теклиса удается добраться на защиту святилища до того, как чародей... Как чародейки короля чародеи покрывают всю область проклятой магической сетью, отрезавший святилище от остального Алтуана. Теклис знает, что Малекета нужно остановить. Он обнажает собственноручно выкованный меч. В последнее время меч оставался в ножнах, томясь без дела, но сейчас пылает мощью, дарованной благословением Ваула. Когда битва закончится, он снова станет превосходным клинком. Меч Теклиса. Урон сквозь доспехи 40. Защита ближний бой 10. Сопротивление выстрелом 20. Доступ к магическим атакам. Расход ветров магии плюс 3 для цепи молний. Содержание минус 5 для всех войск армии лорда. Способность меч Теклиса. Бард. Общественный порядок плюс 4 от провинции. Надежная оборона. Дисциплин плюс 2 при обороне армии лорда. Аура дисциплин плюс 10 при обороне. Бесстрашие. Натиск 6. Дисциплина 7. Так, а теперь нам что получается-то? Кстати, мы потеряли один отряд копейщиков, друзья. К сожалению. Так. Теклис, Теклис. Оружие. А, у него уже сейчас он будет стоять, да, сам по этому. Так, навыки. Пылающий меч. Серебряный поток. Скорость для легких орлов колесниц. Благоприятные ветра. Урон от выстрелов плюс 12. Ни шагу назад. Урон от выстрелов плюс 12. Доспех плюс 10. Сопротивление выстрелов 10% для лучников. Надо вот это надо получить. Мейдж. Теклиса надо прям вкачать в военную мощь, друзья. Тут даже вот говорить нечего. Временная воронка Бироны. Улучшение область. Плюс 26 скорость, плюс 26 атака в ближнем бою. Круто. Так, ну что ж. Да, я правильно понимаю, друзья, что нам надо вот это... Вот эти руины исследовать и колонизировать. К тому же здесь, судя по всему, это все, наверное, крысам принадлежит. Да, они, кстати, наших союзников зажимают. А потом отсюда уже можно будет тут пройти. И вот они, кстати, недалеко. Хексаатель. И вот все-все вот это самое. Поэтому, наверное, давайте мы сейчас будем... Да, тут вот скот этот есть. Теклис у нас пока что пополняется. Мы сейчас Элрара будем на забытые острова кидать. Вот так вот. А Теклиса можно будет с этой стороны попробовать завести. Их этот золотой колос. Поселение, да? В прошлый раз там был до хрена сил. Посмотрим, что будет в этот раз. Доступно улучшение поселения, кстати. Какое, где... 7200, процветающая эльфийская колония. Это хорошо. Но пока не до нее, денег нет. Мы в минуса сейчас ходим. Поэтому, друзья, сдаем ход. Погнали. Аилен, ранг 26. Начал ритуал созерцания.
От Ица они отбились. Боевой отряд змеи появился какой-то. Так, жизнь в лагуне. Придворные, как им полагается, большую часть времени проводят при дворе, участвуют в запутанной политической жизни. А, ну понятно, посланник там, да, ля-ля-ля, бла-бла-бла. Так. Проповедовать единство. В Черепашьих островах у нас снова запретные джунгли. Черепашьи острова — это у нас здесь, да? Так, что у нас тут? Итак, доход от торгов плюс 4. Незапятность плюс 2. Оп, на, так, стоимость строительства, рост. Искоренение скверны. У нас тут скверна 1%. Блин, ну снова сейчас какое-то восстание тут нас ждет. Честно сказать, уже выносят эти восстания. Блин, вот этих тварей надо тоже мочить, друзья, на самом деле. Они потому что одолевают. Два стяга тут отставлять у себя в тылу. Это, конечно, очень неразумно. Так, Эллорор, что у тебя еще есть? Давай, берем искатель врагов. Эх, кстати, я на ускоренном марш переместился, что ли. Ёперный театр. Сейчас этот скот может меня ударить. Хотя он сам на ускоренном марш находится. Так. Теклис, ну-ка давай, куда? Ага, все, сейчас у нас тут будет восстание. Как раз Теклис будет рядышком. Блин, общественный порядок плюс один стал, когда он туда зашел. Да ёперный театр. Сдаем ход. Война объявлена, культ удовольствия Хексааталь. Война объявлена, армия вторжения на Хексааталь. Так, торговое соглашение, цитадель Сумерек и... Блин, Орден Знаний расторгнут, их там зажимают, а? Это плохо. Может, им конфедерацию предложить, а? Там как еще? Живые. Союзники-то наши. Че здесь у вас, мужики? Да, их жестко зажимаю, друзья. Очень жестко. Конфедерация умеренная. Ну-ка попробуем. Хорошо, они приняли наше предложение. И что мы имеем на сегодняшний момент? Сейчас мы узнаем, друзья. Сейчас мы узнаем. Ничего, мы имеем небольшое понижение казны. Надо было мне им раньше предложить. Так, мы имеем небольшое понижение казны и, соответственно... Хороший городишко. Колоннада. Что она дает? Приносимый доход 90. Ее надо снести. Это все мои силы, которые появились, да? Да, друзья, это все, что у нас есть. Ладно, спасаем их. Каладриэль, ну-ка давай иди сюда. Так, тут оборона у нас какая. Блин, ну что как дорого-то сразу, 2500. Можно подумать, они, я не знаю, сколько здесь стоит. Почему стало 2500? Кто-нибудь может объяснить? Так, там нам надо держаться.
И туда надо подкрепление отправлять. Ага, эти ублюдки нас грабят, да? Кстати, у них не так много сил. Тут вот единственное, это что, варповые пушки вот эти. Блин, но если удастся их обойти, можем их тащить. А давайте мы попробуем встать в засаду. Может, он сейчас сам на нас дернется, этот ублюдок. Все, сейчас восстание будет, друзья. Давайте. Теклис, подходи ближе сюда. Да, есть. Кидает режим засады. Что, нас спалили? Да. Понятно тут, что происходит, да? Тут крыс всех выносит, только в путь. Ну, вы видели, друзья, какой гарнизон. Он, оказывается, уже был просто потреплен. Поэтому... Так, засада. Что засада? На вас напал клан Пестиленс. А, мы в засаде оказались, да? Ну что ж, друзья, сейчас у нас важная битва. Тут скот 20 уровня. Давайте. Пестилик. Да, я, конечно, немножко забыл, что у нас тут крысы нападают. Так, где они? А, вот у них часть, да? Так, давайте скорее на варп-пушки. Скорее, скорее, нам надо варп-пушки вынести, друзья. Давай, скорее, серебряные шлемы, мужики, блин, поперли. Скорее, скорее, скорее. Суки, шмаляют по нам очень жестко. Очень жестко по нам шмаляют. Ох, они уже нагнали. Блин, они уже нагнали на нас. Вот суки, а как они меня застали нехорошо, друзья. Ай-яй-яй. Так, ну-ка, тут у нас еще режим перестрелки и так есть, да? Давай, пробираемся дальше. Блин, ну что за... Несем потери мы там жестко. Давай, 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 пошли дальше. Ох, как нас шмаляют там тоже, они расстреливают. Нехерово нас на самом деле. Очень нехерово они в нас шмаляют, друзья. Сюда стреляйте. Сюда стреляйте, тут прям их надо засрать огнем стрел. Возвращайтесь скорей.
скорее уничтожить, уничтожить, просто вот порвать им жопы. Это что такое за столб? Просто порвать им жопы, мужики. Блять, Эллар у нас сломался. Прошу прощения, друзья, за матершинство. Но обстановка, сами видите, какая. Тут просто жесть. Это кто такие? За глобадьеры ядовитого ветра? А вот тут кто нам мешает жить нормально? Глобадьеры. Ну-ка, где этот пестилинч? Сучка, он как нас валит, а? Да, друзья, вот такие вот эмоции у меня эти крысы вызывают. Ну вы чё встали-то, ёлки-палки, вот же ещё. Встали под огнём, стоят себе. Вас тут кто нагнал-то такой? Я думаю, чё они куда-то деваются, отступают? Их тут понятно, блин. Так, ну-ка давай, военачальник, их стреляем. Надо отвезти нам кавалерию. Так, где у них... Сволочь, никак не подохнет, а? Никак не подохнет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ладно, у нас хоть военачальник еще. Вроде бы живой, как бы. Да? Давайте, давайте, белые львы, вперед. Ха, есть победа, твари, получили, блин. Друзья, никаких завершений боев. Ну-ка, давай, давай, у тебя там тележка есть, догони эту тварь. Догони эту тварь. Да, такая битва была, что я даже не мог приблизить ни один момент. Фух, это было сурово. Это было сурово и неожиданно. Как он его догонит? Так, давайте ускорим воспроизведение. Сейчас будет понятно сразу, что сможет сделать наш герой. Смотрите, как он на своей колеснице прет просто. Это еле-еле откатывается. Где он там? Блин. Ну давай, ну не подкачай. Давай, добей его. А, есть! Красавец, вражеский лорд мертв. Друзья, 23-го ранга у них был. 23-го уровня. Открыто достижение авангард. Есть 3000 мы получили. Хорошо, ранг качнули ему, тоже замечательно. Так, что у нас здесь по опыту? Опыт нам нужен. Пополнение плюс 5, конечно, очень слабо. Так. Что теперь ты будешь делать, паскуда?
Когда мы тебя так причесали там. Кстати, не... достаточно существенный стяг для себя потерял, друзья. Мне надо быстрее вот эти земли колонизировать, полуостров вот этот. Но тут все под крысами. Так, Черепашьи острова восстания, Эллорар сорвана засада. Южные стражи, Кулханские равницы, поселение разграблено. Ага. Поселение потеряно. Действия вражеских героев. Нападение на гарнизон, успех. Да ты смотри, какой скот, а. Каладриэль, смерть битвы, Пестелек тоже погиб. Как он достал? Посылать. Есть, молодец. Аэлион, ты просто красавец. Герой 27 ранга у нас. Нанесение ран, сила оружия плюс 5. Полная защита, доспехи плюс 3. Так. Эл-Рор. Ну, она, наверное, сейчас свалит, да? Чё? Да, друзья, скорее всего, свалит. Уаллаталь, кстати, тоже поселение большое, крупное. Климат приемлемый, но здесь, блин, очень много крыс. Ну давайте попробуем. А, ему некуда отваливать просто, да? Ему просто некуда отваливать. Ну давайте авторасчет. Есть у нас решительная победа. Еще 1500 мы получили. Отлично, ранг у нас прокачивается. Так. Эгенболт погиб в битве, Кампуль. Трусишка тоже погиб в битве. Туда тебе и дорога. Кампуль, Эгенболт и прочие твари. Так, есть у нас одно очко навыка. Отличная статья. Атака ближний бой плюс 4 для белых львов Крейса. Давай, великий лучник берем. Так, Аэлион, ну давай сюда. Сколько мы здесь пополняться будем? Долго, да? Этот скот уже пополняется. У него, кстати, поселение со стенами, друзья. Да, мы его так просто не возьмем там. Так, давай. Теклис, души восстания. Нахер все эти восстания в наших землях. Хорошо, ранг тоже прокачиваем. Death has come for them. Так. Да, вкачаемся в опыт. Как вот он так не погибает? У него там никакой ни армии толком, ни хрена ничего. Почему он отступает, а? My powers are needed here. Kill them. Behold. Так, восстание мы загасили. Нам, конечно, тут что-то надо на общественный порядок строить, потому что эти восстания тоже подбешивают уже. Так, Теклис, давай возвращайся скорее сюда. Сейчас мы попробуем с двух сторон здесь зайти. Сначала надо расчистить вот то, что мы имеем здесь, под боком. Чики-боль, да, тут все уже под крысами. Так. Доступно улучшение поселения, это я знаю. Не распределены очки навыка. У кого? А, Церцей, наш маг прокачивается, да? Проводник чар, улучшение ветров 40 секунд, скорее перезарядки. Временная воронка Бероны. А, Теклис тоже у нас еще не прокачан. Ни шагу назад. Сила оружия плюс 10 для копейщиков. Серебряных шлемов. Мастеров меча Хаэта. Берем вот это. Сейчас мы из Теклиса сделаем просто военного монстра, друзья. Призыв Иш, кстати, мы можем сделать.
Призыв Иш. За счет огневых потерь все войска. Скорость исполнения плюс 8. Незапятнанность плюс 10. Все провинции. Да. Нагоронт очень далеко ушел уже. Как его догонять, обгонять? Только вторжениями, друзья. Иврес. Ицо, Тлакслан, война, заключен мир. Гномы и клан Пестилен заключили мир, да? Вот суки. Так, Текрис, давай. Бежим сюда, скорее. Тут везде для нас неприемлем климат. Вот эти поселения, их просто надо зачистить, и все, и ничего более. Кстати, у Текриса еще один очко. Так, благоприятные ветра, урон от выстрелов плюс 12, ранг 7 и выше. Берем. Defender of the Phoenix Throne. Блин, нам, наверное, тут надо в поселение зайти, да? Мы вроде в поселение побыстрее будем прокачиваться. I am ready. Так, Аилиан, давай тоже к армии присоединяйся. Восполнение потерь. Ага, бодрее стал, да? Буквально несколько ходов, и с этой стороны мы тоже сможем зайти. Атель. Ну что у него там, сорву там ритуал, нет? Хелрик переходит в ситуацию найм войск. Хексаатель и Кларкарон заключили мир. Хунтазак совершает действие, сказанное убийство, неудача. Гном хребта Сатека, синие змеюки. Скейвен will be tamed. Скейвен will be tamed. There is no limit to my power. Так, ну чё тут у нас? А, нам надо снять, точно, я забыл. Feel my power. Обнаружены скавины. Ну тут херня, друзья, тут однозначный авторасчет. Победа. Просто разрушаем. Так. Просто разрушаем, да? Чики-боль, тут, конечно, тоже всякая херня. Блин. Speak. А, ну практически через ход мы сможем будем отсюда зайти на этот Уалатоль поганый. 652 у нас минус. Плохо, конечно, это. Есть еще какая-нибудь дипломатия где-нибудь? Желательно торговая. То улучшается, 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 да? Последние защитники. И ничего они не хотят с нами. У них, кстати, Торл-Разор договор, но... Что же вы с нами не хотите мира-то? Ой, не мира. Торговлю не хотят. What? Greeting, stranger. Пират Сартозы. Да, не особо многом будем получать за это соглашение, на самом деле, поэтому ладно, ну их нахрен. Этих пиратов. Давайте, друзья, сдаем ход. My loyalty is rewarded.
Сейчас главное, чтобы у нас под носом не колонизировали эти поселения. А то все эти движения опять получатся бесполезные. Уалоталь. Вот так вот, да, правильно. Разведка руин против следующей. Удачно он разведал руины, я так понимаю, да? Разбойники Берн... Так. Задание получено. Советница Галифрей. Тлакалстан. Недалеко это находится. Описание. Мой принц, мы нашли потерянный тайник с осколками пути. Это дар, неспослан нам самим Азурианом. Заберите его, пока он не достался вашим соперникам. А что надо сделать? Захватить, оккупировать следующее поселение. Ну да, это все как раз для войны, к войне с Хексаатлем. Кстати, недалеко, друзья. Я думаю, что мы сейчас в наглую прям по чужим землям Теклисом пойдем. Давай, иди на чекиболь поганую. Ай, не хватило хода. Да что ты будешь делать, а как обидно. Так, что у нас здесь? А или он есть ранг? Есть ранг у него. Нанесение ран, сила оружия плюс 5. Я думаю, что надо нам взять в осаду это поселение, друзья. Вот так. Это у нас что такое? Таран? Осадная башня, да? Продолжаем осаду. Продолжаем осаду. Да, ну вот это тоже все под скавинами, блин. Нам здесь надо держать кого-то. Ну ладно, мы сейчас от поселения займем. Тут поселение со стенами и прочее. Это нормально, нам подойдет. Нам бы с Ицией, конечно, договор о ненападении заключить. Ну вот, наверное, надо с ними нам отношения улучшить, да? Так, Тирион у нас так хорошие. Вот она, Ица. Дипломатические отношения плюс 15, Орден Хранителей Знаний и Ица. Надо, чтобы Орден Хранителей Знаний и Ица стали лучше относиться друг к другу. Нет ничего проще, достаточно добавить пару новых иероглифов вот в эту древнюю скрижаль. Прекрасно. Дружественные. Ага, они нас еще больше улучшатся на следующий ход. Да, ну-ка сейчас попробуем еще раз. Пока нет. Хорошо, сдаем ход. Да, у Алатали у нас в осаде. Чикиболь, кстати, тоже там поселение со стенами. Так, культ удовольствия принесена жертвам Атлану. Особенности верности. Технология исследована, да? Черепашьи острова, снова восстание. Блин. Не часто ли здесь восстание, а? По-моему, слишком часто, нахер. Мастер Белой Тауэр. Так, что у нас здесь есть? Изгнание берем максимально. Чикиболь тоже тут ни черта, ничего нет. Авторасчет.
855 всего лишь. 34. 34 ранг. У Теклиса просто замечательно. Так, тоже разрушить. Одно поселение не подходит. Посох Звездного Леса получили. Это нам дает 44 секунды сам отряд улучшения. То все 5-10. Так. Давай, двигайся сюда. Это получается наши земли. Поехали дальше. Серебряный поток. Скорость плюс 10 для великих орлов. Для орлов. Колесница разбойников. Сердце пламени. Доспех плюс 10 для драконов. Фениксов. Драконьих князей. Калидор. Стражи Феникса. И прочее. Берем тут все по одной штучке. Это надо вкачать сразу. Так, повышение ранга. Приобретенные особенности. Борьба с грызунами. Дисциплина плюс 5 против скавенов. Время сопротивления осаде минус 1. Страсть к разрушению. Хорошо. Так, у нас скверна здесь 29, да? Ну, что у нас здесь опять восстание, а, сволочи? Ох, у нас сразу минус 2000. Да. Нам нельзя снимать налоги с таких поселений. Ладно, придется там как-то нам самим справляться с восставшими. Восстание неизбежно. Доступно улучшение. Так. Я думаю, что мы можем же позволить себе построить. Черепни. Боялись решать нападение на гарнизон. Неудача. Ух ты! Карпабаль переходит в режим налет. Еще один стяг пригнали. Ну, они сейчас так и будут гнать эти стяги к нам. Крысы поганые. Что гном хотят? Оборонительный союз. Да давай! Как раз мы сейчас с Ицей сможем улучшить отношения. Таким образом. Отвратительная вонь грызунов чувствуется здесь повсюду, повелитель. Берегитесь, чтобы скавины не подорвали вашу власть. Примите меры, чтобы их трескучая ложь перестала распространяться среди ваших последователей. Хорошо. Хорошо. Скверно растет у нас здесь, да? Так, если мы сейчас сделаем призыв Иши, незапятность плюс 10 все провинции. Длительность восстановления 40 ходов, длительность эффектов 10 ходов. Давайте. Как раз у нас осколки пути плюс 10, коза 1500, влияние 30. Задание получено. Ритуал помог Текрису кое-что узнать, но информация оказалась неполной. Орлов убили намеренно, и это произошло где-то над хребтом Сатека. Но где именно? Чтобы снять местонахождение потерянного венца, надо распространить влияние Иши на Люстрию. Возведите по одной или более построек каждого из следующих типов святилище Азуриана. Хорошо, возведем. Вот думаю, что здесь, наверное, как раз. Да. Уж. Что сделать? Может, снести это, а? Рощу-то. Перестройки надо какие-то делать. Да, этот ублюдок нас тут поджимает. Что у нас здесь?
Тут все в таком режиме под вопросом, да? Под вопросом. Продолжаем осаду. Так. Теквис. Ну так уж будет наверняка наша победа. Блин, вот сволочи, тут еще у них, а? Это же вообще жескарь. Давай, договор о ненападении, хорош там. Титьки мять, блин. Не, мы... Не, подождите, я хотел им денег дать. Варбункап. Варбункап. Против, в общем, он. Так, ну тут у нас перевес сил колоссальный. Давайте, друзья, авторасчет. Наша победа. Так, 2643. Прекрасно. Ранг 7. Тоже замечательно. Так, тут, конечно же, надо оккупировать. Противник погиб в битве Хелкарик. Осколки пути Мараниона. Свойства передовое развертывание некоторых отрядов, свойства передовое развертывание, да? Свиток мощи. Минус 90 восстановление способности секунд. Так, ну нормально. Конечно, надо сразу в оборону вложиться, получается. Тут у нас роща, да? Здесь тоже эта роща есть. Давайте мы и тут снесем. Так. Ага, ну ладно, здесь оставим. Получается, у нас тут нет ни казарм, ничего, да, в этой провинции. Значит, нам надо в этом городе будет казармы иметь. Так, Теклис, что нам с тобой делать, дружище? Ну, конечно, надо вот сюда пробираться-то. 23 хода у нас до этого, да, получается. Но пока что ты у нас, друг, пополняешься. Так, пока что ты у нас пополняешься, да? Дальность перемещения по карте плюс 10. Надо взять нам это. Искусство фехтования тоже вот это надо прокачивать. Посвящение Азурину. Блин, все надо брать, от друзья. Ну так, если пока никуда не сможет пойти, пока не пополнится. А это только занял поселение. А эти ублюдки, соответственно, могут сейчас... Так, а тут у нас тоже готовится налет, да? Штурм поселения, вернее. Да, друзья, в общем, есть на чем подкоптиться в следующей серии. Эти как крысы разрослись достаточно сильно и серьезно, и зажимают меня, сволочи. И зажимают. Мне, по идее, надо вот так проходить. Ух ты, яйца, ни хрена себе. Да, яйца неплохо себя чувствуют. Неплохо себя яйца чувствуют. Придется, наверное, с ними тоже воевать. А может быть и нет. Может быть и нет. Кстати, вот сюда бы нам попасть, и мы бы весь ритуал им сорвали, этим тварям. Да. Итак, друзья, в общем, завершаю я данную серию. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, обязательно ставьте лайк. И кто будет смотреть впервые, оформляйте подписку. Подписывайтесь на канал, вернее. Всем спасибо, счастливо и удачи.